Валерий Венцель назвал главные транспортные проекты Ленинского района. Власти муниципалитета осознают, что дорожные проблемы требуют оперативного решения. Реализация стратегии предусматривает строительство новых выездов и модернизацию участков дорог с высоким трафиком. Более 6 проектов на общую сумму около 10 миллиардов рублей готовят к реализации в муниципалитете с 2019 по 2021 год. Мы отвечаем за развитие Ленинского района, однако муниципалитету сложно решить крупные проблемы без губернаторской поддержки и участия областного бюджета. Главная задача – за всеми километрами строек создать по-настоящему удобную для всех жителей района транспортную инфраструктуру. Также глава добавил, что работа в этом направлении уже началась. Будет проведена реконструкция Каширского шоссе. В рамках комплексного плана модернизации данной дороги увеличится ее полосность с 4 до 6. Проект предусматривает реконструкцию от Каширского шоссе до деревни Мисайлова и строительство нового направления до Нижнего Мячкова. Выезд из 6-го микрорайона на трассу М4 Дон. Микрорайон считается одним из самых густонаселенных. Проект напрямую касается жизни более 55 тысяч жителей Видного. Он позволит улучшить дорожную ситуацию и обеспечит выезд, минуя круговое движение на пересечении улиц Березовой, Советской и проспекта Ленинского комсомола. Калиновка, Сапронова, Ермолино. Документация по этому проекту уже находится в Мособлэкспертизе, и на нее получено положительное заключение. Предполагается капитальный ремонт автомобильной дороги с целью приведения ширины проезжей части к нормативному значению с последующей асфальтировкой, устройством тротуаров и уличным освещением. Советская школьная. Проект предусматривает расширение автомобильной дороги до 4 полноценных полос движения и устройство переходно-скоростных полос, позволяющих развести потоки транспортных средств. Советская, проспект Ленинского комсомола, Березовая. Этот проект будет предусматривать устройство дополнительных полос следования со стороны Советской на ПЛК, а также со стороны ПЛК на Березовую улицу, минуя заезд на участок кругового движения.